Сегодня юбилей отмечает город Нарьян-Мар. 85 лет назад на карте появилась новая административная единица. В переводе с ненецкого языка Нарьян-Мар – это красный город. И сегодня, благодаря нашей съемочной группе, у жителей окружной столицы появилась возможность озвучить свои поздравления в эфире телеканала «Север». В череде весенних праздников есть один – день рождения Нарьян-Мара. Случается, что в заботах горожане забывают о нем, ведь традиционно празднование Дня города переносят на сентябрь. Уж слишком суровая и изменчивая погода в начале марта для массовых гуляний. Да, конечно, день города 85 лет. Вот и спешим на вручение внучки паспорта. Торжественное будет? Торжественное. Я знаю, что 8 марта был праздник, да, а сегодня не знаю. Но я не здешний, я приезжий. Из маленького рабочего поселка Нарьян-Мар вырос в красивый молодой город. Ведь 85 лет совсем не возраст, это скорее юность. Рассвет – самое время набираться сил и хорошеть на благо жителей. Я бы хотела, чтобы город развивался, чтобы у нас появлялись новые культурные места, чтобы у нас больше фильмов шло, чтобы город становился красивее с каждым днем, с каждым годом. Я просто вот приезжаю периодически, так. И город, конечно, очень изменился. Настолько он вырос, настолько столько построено много. Красивый стал город. Вот я, наверное, года с 11-го так вот езжу. И сейчас очень хороший город стал. У меня дочь здесь живет. Вот. Она адвокат. И, во-первых, я могу сказать, Нарьян-Мар, Йошкар-Ола у нас город. Называется «Красный город». Йошкар – это красный, а Ола – город. У вас Нарьян-Мар тоже красный город. Это уже, понимаете, какой-то символ, понимаете. Вот моя же дочь сюда приехала, и я сюда приезжаю. Город настолько красивый, серьезно. Вот эти дома, понимаете, какое-то сочетание, снег, эти дома. Я летом не был здесь, а вот приезжаешь, вот настоящая, понимаете, русская зима. Ну, просто прекрасно здесь. Я хочу пожелать городу и всем жителям города Нарьян-Мара хорошего настроения, удачи, хороших зарплат. И чтобы было все хорошо в семьях, чтобы были все здоровы. Я бы хотел, чтобы на Арбате есть здание старой редакции, коричневое такое. В общем, у меня во время войны там жила бабушка. У нее там прошло ее детство. А сейчас она находится в таком как бы заброшенном состоянии. То есть там все окна разбиты, но всякое косое, кривое. И было бы просто очень здорово, если бы его отреставрировали и сделали какой-нибудь музей, например, или что-то в этом роде. Так, я здесь с которого? Вообще-то давно уже живу. Да процветать. Жить, процветать и улучшаться. Только больше ничего. А что больше города пожелаешь? А горожанам? Да и горожанам то же самое. Хороший зарплат, чтобы все-таки на севере живут, чтобы могли на юг ездить, отдыхать. Вы знаете, я бы пожелала вдохновления, добра, удачи, какой-то вот такой доброй, хорошей обстановки в городе, в семьях, всем благ. Чтобы мы процветали, а вместе с нами наш город. Чтобы не болели, и как бы все счастливо жили, радости побольше. Этого. А вы? Детей. Больше деток. Чтобы город рос. Сегодня Нарьян-Мар – красивый современный северный город. Численность его населения составляет почти 25 тысяч человек. Несмотря на отдаленность и компактность, о нашем городе знают по всей России и за ее пределами. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».